люди будут приходить смотреть, они будут, я надеюсь, будут хоть когда-то задумываться, вот это же наш дом, мы его как-то должны беречь, что-то с ним надо делать, да? Виталий, прошу, вам слово на правах победителя конкурса. Честно, я еще раз в очередной не ожидал. Хочу выразить благодарность жюри, хочу коллегам-фотографам, которые снимают дикую природу, пожелать удачи.